О завершении ревизии Уголовного и процессуального кодексов президенту сообщил министр юстиции. Азамат Йескараев доложил о разработанном законопроекте, усиливающем защиту прав граждан и предпринимателей. В кодекс внесли больше 1200 предложений. В частности, пункты, исключающие необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования. Ознакомили президента и с проектами, нацеленными на автоматизацию и цифровизацию в сфере госуслуг. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на дальнейшем совершенствовании законодательства.